Реализация молодежной политики – дело молодых. По такому же принципу работают и парламентарии региона. Законопроекты, так или иначе связанные с наиболее активной частью населения, до попадания на основную сессию рассматривает Палата молодых депутатов. Алексей Карельский подробнее. Молодежь – понятие растяжимое. Недавно его растянули с 30 до 35 лет. Низкий поклон закону о молодежной политике, который Госдума приняла в декабре. Свои предложения к нему направляли и законодатели нашего региона, в том числе Палата молодых депутатов. Поучаствовала она и в создании местной версии документа. Мы на сессию выносим региональный закон о молодежи, где также предусмотрены те чаяния, которые выражали мои коллеги на местах. В частности, это, ну, например, вопросы понятия молодого специалиста, вопросы наставничества, вопросы развития инфраструктуры молодежной политики на муниципальном уровне, вопросы поддержки молодежных инициатив, добровольчества, поддержки молодежи в трудной жизненной ситуации. Свою сессию Палата молодых депутатов проводит аккурат перед основной. Накануне спрашивали с министров областного правительства информацию по трудоустройству молодежи, программам «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель». Последнее направление появилось в 2020-м. Учитель берет на себя обязательство отработать в течение 5 лет по основному месту работы, ну, с учетом этой нагрузки 18 часов в неделю. На трудоустройство в сельской местности специалисты стимулируют миллионом рублей. В прошлом году таким образом было занято 9 вакансий по числу федеральных квот. Молодые депутаты уверены, что для закрепления педагогов на местах одних денег мало. В числе, наверное, основных рекомендаций предусмотреть возможность выделения земельных участков для молодых учителей. Ведь следующий вопрос, который требует особого внимания, это обеспечение благоустроенным жильем. Есть важный нюанс. Если ты вырос, например, в Онеге, отучился в Архангельске, решил вернуться домой и трудоустроиться по программе «Земский учитель», ничего не выйдет. По месту прописки это не работает. Программа подразумевает именно переезд. Молодые депутаты хотят изменить такой порядок и планируют вынести вопрос на федеральный уровень. Алексей Карельский, Ольга Красулина, Регион 29.